Здравствуйте, покупатели! Сегодня, вот, обратите за внимание, это Балов. Это от DG300, новый друг. Вот, давай смотреть другие информации. Вот, это DG300 и, конечно, Android 3.2.2. И это двухъядерный смартфон. И, конечно, это подорожает, ну, просто 5 миллионов почти камеры. Вот. И, конечно, у него ROM, RAM и SD-карт. Эта информация, обратите. И сейчас, давай дальше смотреть. Но, конечно, надо смотреть, это 1300 МГц. Вот. И, конечно, другой камера, это почти 2 миллиона. Ну, дальше. Сейчас. И давай смотреть другие. Что-то у него подорожает. Чуть-чуть. Вот. Вот. Это две камеры и подорожает GPS, Wi-Fi, Bluetooth и GSM Guard и G-Sensor и другие. Ну, красный это не подорожает. Конечно, так-так. Да? И настройки скоро смотреть. Хорошо? Сейчас я найду. Где-то просто... Вот, это его. Вот. Wi-Fi подорожает. Bluetooth. И... другие. GPS. Иди сейчас. Сколько его подорожает? Так много. Да? И вы будете выбирать. Но в Украине тоже есть. Не волнуйтесь. Сейчас. Дальше давай смотреть. Камер. Сейчас мы... смотреть. Ну, чуть-чуть, немножко... черный, да? Ну, девушка. Ну, просто другие. Ну, так. Может быть, это очень... теперь я очень не так светлый, да? И сейчас давай смотреть фото у него. Сейчас. Вот. Это я сделаю. Вот. Мультфильм как, да? Юля, это я. Вот, здравствуйте, привет всем. Это маленькая Юля. И теперь давай смотреть. Сейчас, я думаю, что это игры для G-Sensor. Может быть, вам интересуетесь. Давай смотреть. Чуть вы будете смотреть это чуть-чуть медленно. Ну, это уже быстро, чем DG200, потому что это еще лучше, чем, да, лучше, чем DG200. Вот, давай дальше. Вот, вы будете смотреть этот G-сенсор для это игры. Вот, смотреть это очень быстро, чувствовать себя, да? Ну, давай быстро закончить, вот. Вот. Хорошо.
И сейчас мы будем смотреть другие. И потому что... Какое? Вот этого. Это вы будете смотреть от экрана. Быстро, остро у него влияние. Это, так сказать, правильно? Но думаю, что если у вас есть сообщение, совет или вопрос, можно написать в YouTube, и обязательно я отвечаю. Вот. Быстро, да? Вот. Дальше. И другие вы будете смотреть, это как его CPU или MDG. Вот, это MDG 6572W. Это очень интересно. Вот, давай, бегайте. Вот, вы будете смотреть эти светы. Очень светлый, да? Светлый. Ну, думаю, что если вы... раньше это болельщик для DG200 или DG100, можно подумать, это смартфон дешевле и очень хорошо CPU или другие программы. Вот. Пока. И сейчас мы будем последний. Вы будете смотреть. Это видео. Хорошо? Это последний. И смотреть. Это очень хорошо музыка для Pepsi. Вот. Это для Pepsi. Очень чистый. Это подзаряжает очень хорошо экран. И, конечно, этот чехол, это в боксе вместе бесплатно. Не волнуйтесь, потому что если вы покупаете смартфон, у него есть такой чехол обязательно для вас, очень удобно. И последнее мы вместе слушаем эту музыку, хорошо? Я быстро. Сегодня спасибо вам, обратите за внимание, и обязательно обратите за внимание на Китай и на Юлю. Спасибо вам, до свидания.